Ребята, всем привет! Вы на канале Чимита Варгала. Сейчас мы, получается, ребята, делаем гараж, получается, пристрой к дому. Вот к этому дому. Как можно, вот, ребята, примыкание сделать из пескоблока? Забиваем, ребята, брусок. Ну, здесь паклю. Паклю и забиваем этот брусок. Все, он здесь будет все время. Мы, ребята, пропиливаем пескоблок. Так, пропиливаем его и ставим на раствор. После этого, ребята, что вы делаете? Здесь вот мы пакля, вот сюда пакля заходит. И вот вовнутрь, получается, вот, чтобы закрыть ее полностью, да, вот это отверстие, надо пенопластовую крошку мы засыпаем. Пенопластовую крошку засыпали и прижали ее сверху, получается, камнем прижали, чтобы она плотненько села. И тогда, ребята, у вас сквозных отверстий не будет. То есть сквозных щелей не будет. А вот эту палку, ребята, мы забили, чтобы с уровнем постоянно не ходить. Мы просто ровно сделали, по уровню поставили и блок ставим. Так вот, ребята, из положения выходим. Вот такое вот примыкание к дому, ребята. Ладно, ребята, все, всем пока.